пятый кандидат, который зарегистрировали заявление. Спасибо. Николай Григоришин, кандидат нашей партии на должность примара Бельц, подал в среду 18 апреля документы в окружной избирательный совет. В настоящее время Григоришин занимает должность вице-мэра муниципия Бельца и временно исполняет обязанности мэра северной столицы. По его словам, он решил баллотироваться на местных выборах, чтобы продолжить добрые дела, начатые в Бельцах Рената Усатым и его командой. Мы продолжим то, что он начал, все добрые дела. Все то, что он не закончил, я пришел, чтобы это завершить. Я думаю, что за 2 месяца я показал, на что я способен, и я уверен в своих силах, и то, что мы запланировали, мы все это выполним. Рассказывая о своей предвыборной программе, Григоришин отметил важность поддержки брошенных на произвол судьбы пенсионеров, социально уязвимых слоев населения, людей с ограниченными возможностями. Григоришин отметил, что государство довело до унизительного состояния тех, кто восстанавливал разрушенные войной города, работал на вредном производстве, теряя здоровье, тех, кто трудился не один десяток лет и многое сделал для нашей республики. Теперь они получают нищенские пенсии. Буду делать упор на социальную политику, так как государство бросило их на произвол судьбы. Тому вчера объяснение наша сессия, когда вы увидели, что оппозиционные советники встали, но они сегодня не оппозиционные, они сегодня уже, мне кажется, большинство, встали и ушли. Мы предложили один из вариантов, чтобы технические работники детских садов, школ, это повара, это простые нянечки, которые ухаживают за нашими детьми и внуками, получили доплату к своей заработной плате по 200 лей. И тому были препоны, вы видели вчера, но я буду продолжать это, и на это я буду строить тем людям, которые социально не защищены, или тех, у кого маленькая зарплата, мы будем делать все, чтобы из нашего муниципального бюджета доплачивать данной категории людей. Николай Григоришин родился 5 сентября 1971 года в Бельцах. В 1993 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. В 1987 Киевское Суворовское военное училище. В 1989 году окончил специализированный военный интернат города Кишинев. В 1995-1997 начальник службы отдельного десантного штурмового батальона.